потока очень течение и динамики каждый при изучении явлений в устройствах часто применяют метод моделирования. Преимущество этого метода заключается в том, что физические явления, изучаемые с помощью модели, могут быть проведены более полно, проще и дешевле, чем на другой. Иногда изучение явлений с помощью моделирования может быть единственным способом, экспериментальным способом изучения процесса. В последнее время все чаще пользуются действительно экспериментом, но для этого необходимо проверять математические модели экспериментально. Доработка математических моделей производит сравнение результатов эксперимента с результатами расчета. Только после проведения этой работы можно с помощью математической модели прогнозировать поведение исследуемого объекта в условиях, где эксперименты не проводились или вообще не могут быть проведены. Задачей диссертации стояло создание динамической трубы, ее доводка. Требовалось получить поток со скоростью 50 метров в секунду с неравномерностью не более 1%. С турбулентностью потока не более 1%. Для поддержания постоянной температуры потока необходимо было установить охладитель, оборудовать и настроить необходимое оборудование. Оптимистские трубы – это установки для исследования и создания потоков воздуха или газа для экспериментального исследования явлений, связанных с обтеканием тела. Конструкции и размеры зависят от задач эксперимента. Существует два главных типа труб – прямые и замкнутые. Существенным недостатком прямых труб является то, что у них низкий коэффициент полезного действия, так как поток при выходе из трубы полностью теряет свою электрическую энергию. Недостатком труб замкнутого типа является то, что возмущение от вентилятора и поворотов распространяется в рабочую часть, делая поток неоднородным. Ардилевская труба, созданная на кафедре основы теплотехники, выполнена по замкнутой схеме с открытой рабочей частью. Диаметр рабочей части 450 мм, длина 850 мм. Для приведения в движение воздуха используется центробежный вентилятор двигателя мощностью 22 кВт. После центробежного вентилятора следует поворот с лопатками или охладителем. Возможна замена. Далее вот идет по обратному каналу расширяющемуся. Двум поворотам с лопатками попадает в конфузор с хлебомбом и поджимается в коллекторе. В рабочей части модель доступна для проведения необходимых работ и измерений. Для изменения скорости потока используется преобразователь частоты. Он позволяет изменять скорость вращения от 0 до 1000 с точностью до 1 оборота. Для получения равномерного профиля в рабочей части в конфузоре осуществляется переход с восьмиугольного сечения к круглому с поджатием потока. Формы образующих кривых рассчитаны по параболу. В сечении АА используется парабола 1, в сечении ВВ парабола 2. Форма образующих кривых указана на слайде. Степень поджатия потока по площади равна 7. Для снижения сопротивления, гидравлического сопротивления поворотов и предотвращения отрыва потоков установлены лопатки поворотов. Для поддержания постоянной температуры потока используется охладитель. В качестве охладителя установлен радиатор автомобиля. На телеграммах отчетливо видно, как воздух, проходящий через радиатор, охлаждается. Коньяком изготовлен из трубок диаметром 70 мм, длиной 120 мм.
толщина стенки 0,1 мм. Трубки установлены в два ряда. Предварительные замеры профиля скорости показали существенную неравномерность профиля и неравномерность турбулентности потока. После проведения операции по доводке трубы, в которой включалась установка дополнительных скрепляющих каналов и подбор установки углов лопаток, удалось снизить относительно неравномерность скорости до 1%, степень турбулентности потока не превышает 1%, за счет снижения гидравлического сопротивления скорость в трубе увеличилась до 50 метров в секунду. Качество трубы в зависимости от оборотов меняется от 4 до 1,8, что соответствует качеству труб аналогичной конструкции. Для проведения экспериментов было установлено и налажено следующее оборудование. Для измерения давления используются микроманометры, датчики давления. Для измерения скорости используются трубкопрасные скандинавики и термонимометры. Для визуальных исследований используются теневой прибор АБ-451 и тепловизор. Для обработки сигналов используются осциллограф и аналогоцифровая плата с коммутатором. В качестве примера опытов приведены результаты исследования теплообмена с помощью интенсификации теплообмена с помощью сферических пунктов. Различные работы показывают удивительные явления, связанные с обтекательным пунктом. Так, например, при одинаковых начальных условиях шар для гольфа летит в 5 раз дальше, чем гладкий шар. Лунг является интенсификатором теплообмена. Все это связано со специфическими свойствами обтекания лунга. Для эксперимента была создана пластина с 66 мм глубиной 9 мм. Постоянство температуры поддерживалось подводом насыщенного пара с обратной стороны. Осуществлялись замеры перепада давления и тепловых потоков. Для измерения тепловых потоков используются градиентные датчики теплового потока размером 5 на 5 мм. Для выявления влияния лунки на теплообмен использовался датчик, установленный в значительном удалении от лунки. На схеме установки датчиков он обозначен звездой. Равномерность температур контролируется с помощью тепловизора. Интересно отметить, что использование тепловизора для количественной оценки затруднительно, так как его результат зависит от степени черноты. С помощью теневого прибора АБ-451 была получена синеграмма обтекания нагретой пластины до 100 градусов с различной скоростью потока. Итак, можно отметить, что с мая 2005 года по апрель 2006 была создана и настроена термическая труба с открытой рабочей частью, размеры которой диаметр 450 мм, длина 750. Скорость потока 50 метров в секунду, неравномерность не превышает 1%, степень турбулентности не более 1%. Для поддержания постоянной температуры потока используются охладители, установленные и настроены необходимые для измерения оборудования. Приведены результаты экспериментов по классификации теплообмена с помощью сферического пункта. Спасибо за внимание. Пожалуйста, не стесняйтесь. Профессора Федора Гидроэлогенина Чумакова. Сделаем следующее замечание. Было бы целесообразно сравнить данные теплообменного пластина с устойчивой лунки с другими экспериментами, в том числе исчисленными. И второе. Не совсем ясно, как установка автомобильного реагатора сказывается на степени турбулентности потока. Если замечание не снижает положительное впечатление, оценки отличные. Пожалуйста, ответьте. Понятно, что любые экспериментальные данные желательно сравнивать с результатами других экспериментов. В данной работе сравнения не проводились. Это будет
дальнейшими исследованиями. При установке при экспериментах было установлено, что установка вентилятора на турбулентность потока никак не влияет. При равных скоростях с радиатором и лопатками степень турбулентности потока одинаковая. Пожалуйста, вопросы. Евгений Александрович, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вы вот использовали понятие качества трубы. Один раз у вас там вы сравниваете 8, у вас 4, или может я сказал, что вы называете качеством трубы? Качество трубы — это отношение кинетической энергии потока в рабочей части к мощности, необходимой для преодоления сопротивления трубы. Изменение качества трубы от оборотов получается из-за того, что меняется скорость, а значит и кинетическая энергия потока. Может, у вас там такое сравнение прозвучало с мячиком для гольфа. Ну а чем вы объясняете то, что вот этот мячик для гольфа, граненый, так сказать, мячик, да, летит в два раза дальше, чем круглый мячик? При обтекании поверхности слунками образуются вторичные потоки в виде вихрей. Возможно, именно они влияют на снижение сопротивления при обтекании поверхности слунками. Но это кто-то уже проверял, и это как-то возможно, вот это возможно, напрягает немного. Это что, так сказать, совсем новые еще не исследования? И в полуторах много работы есть. Ну, это еще лет 15-20 назад. Ну, так, я много, можно было действительно, так сказать, здесь, там, вот вы тем более даже мешки нарисовали, так можно было, так сказать, это объяснить, вообще-то это уже все объяснено, проверено эти вещи. Скажите, пожалуйста, а какие числа масса позволяли вот ваши труба, которую вы исследуете, там строите, какие числа надо, чтобы получить? Максимальная скорость потока составляет 50 метров в секунду. Значит, 0,3 степень Маха, примерно 0,3. Евгений Александрович, еще вопросы? Ну, пока что. Пока нет. Еще, пожалуйста, вопросы. Расскажите, пожалуйста, ну вот поскольку мы знаем вот это аэродинамическое, вот вы говорите, что вы участвовали в создании. Но оно же было создано уже очень много лет, я помню, я уже много рисунков видел. Именно те, которые минуточку вы приводите. Поэтому хотелось бы все-таки, чтобы вы ответили на вопрос, какой конкретно части исследований вы принимали активное участие. То, что там на две диссертации или то, что вы провели в классе. Труба была полностью создана при моем участии. От начала и до конца. Все результаты, проведенные мной, полученные с моим участием. За один год? За один год. Или вы раньше вместе принимали участие? За один год. Мной указывается, что труба была создана с